дорогие болельщики, дорогие ребята, ну и, конечно, руководители футбольного клуба. Разрешите мне от имени ассоциации сердечно поздравить вас с серебряными медалями. Приветствую обновленный тренерский штаб команды! Всем здравствуйте! Впервые на таком стадионе, как говорится, перед болельщиками. Очень приятно всех видеть. Рад, что вы пришли в такую, как говорится, погоду. Но очень хочется, чтобы оправдать ваши ожидания, да, многое сделать для клуба, чтобы мы были сильны, чтобы мы были сильными, и вы нас всегда поддерживали, не надо, если по делу критиковали. Так что наша задача – футбольное поле, и мы надеемся, вас будем радовать, и очень-очень часто. Добрый день всем, мы рады вас видеть. Мы на самом деле очень соскучились по вам, по вашей поддержке. Надеюсь, в этом сезоне вы с этого стадиона всегда будете уходить довольны как нашей игрой, так и результатом. Всем спасибо.